Мужчина, который взял с ветерана Великой Отечественной войны больше 30 тысяч рублей за замену небольшой оконной детали, вернул пожилому уфимцу деньги. Это произошло после того, как делом заинтересовался региональный следком. Напомню, все началось с сюжета, который вышел в эфире нашего телеканала в конце февраля. После этого на индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело. Сейчас стало известно, что 96-летнему Евгению Куршунову вернули деньги, а также принесли личные извинения. Я хочу выразить благодарность сотрудникам канала «Вся Уфа». Благодаря освещению нашей истории в средствах массовой информации сотрудниками Следственного комитета Октябрьского района было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Нашему дедушке в достаточном объеме возмещена сумма морального и материального ущерба. Еще раз вам спасибо. Ну а самое главное, ему возвращена вера в людей.